Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый экстренный выпуск. Биткоин-доминирование в коллапсе, только посмотри на это неумолимое падение. Но это очень крутые новости для альткоинов. Коллапс доминирования биткоина исторически был тем самым триггером, который ознаменовал самые большие прибыли на буллране альткоинов. В прошлый раз доминирование биткоина упало до 30%. Это самая низкая цифра за всю историю. Но в этом конкретном цикле я верю, что доминирование биткоина упадет до 12%, исходя из простейшего анализа по основным уровням коррекции Фибоначчи. Это будет низ, от которого доминирование биткоина развернется, а альткоин-сезон будет закончен. Если сейчас доминирование биткоина составляет 50%, а потенциальное его падение до 12%, то у нас впереди еще много времени и еще не поздно зарабатывать на альткоинах. И до тех пор, пока биткоин будет терять доминирование, альткоины будут давать 5, 10, 20 иксов. Некоторые даже 100 и больше. Это то, что нас ожидает. Самый рекордный альткоин сезон в истории криптовалюты и самое рекордное падение биткоин доминирования ниже предыдущего низа в 30%. И я имею в виду рекордное и для прошлого, и для будущего. В какой-то момент в будущем доминирование биткоина будет на уровне 20-30%, и у него просто не будет так же много места для падения, как сейчас. Падение его доминирования в будущем будут не столь драматичными, а значит и альткоин сезоны будут не столь взрывными. Очень возможно, что изменение доминирования биткоина и альткоинов на рынке криптовалюты в 2017 было немногим больше, чем то, что было в 2014. Но то, что нас ожидает сейчас, это шанс для всех, кто пропустил 2017 год и тогдашний бум альткоинов. И я верю, в этом сезоне блокчейны первого уровня, такие как, например, Ethereum, Binance Smart Chain и его конкуренты, взорвутся. Я ожидаю от них, прежде всего, взрыва в этом альткоин сезоне. Polygon, Solana, Polkadot, Cardano – эти проекты взорвутся в первую очередь. Также и все, что связано с DeFi, Chainlink, другие оракулы и NFT. Такая возможность, чтобы ты понимал, бывает приблизительно раз в 4 года. Биткоин стабилизируется, становится скучным, доминирование падает, и затем мы наблюдаем взрыв альткоинов. Так было исторически, но это не значит, что биткоин не будет расти. Биткоин может продолжать рост, но при этом доминирование альткоинов на рынке будет продолжать расти. Параболическое движение биткоина и его одновременная потеря доминирования на рынке означает массивнейший альткоин-суперцикл. Надеюсь, ты готов к этому? Я вот уже давно. Напиши свой любимый альткоин, а может быть даже несколько в комментариях, от которого ты ожидаешь большого роста в этом суперцикле. И спасибо за просмотр, это был короткий выпуск предупреждения о том, что нас ожидает в будущем. Я сейчас записываюсь на петличку, поэтому не знаю, как будет со звуком. Дело в том, что я все еще в разъездах, но постараюсь сегодня выйти в эфир с большими новостями, которых скопилось уже немало. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся очень-очень скоро.